Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня мы сделаем несложную, но зато красивую роспись кошелька. Список материалов в описании. Для начала советую обезжирить поверхность, а также выбирайте гладкие однотонные кошельки, так вам будет проще работать. Далее понадобится голубой и белый акрил, а также плоская синтетическая кисть. Мы набираем на одну половину кисти белую краску, а на вторую голубую. И, делая несложное движение, вырисовываем лепесток за лепестком. Кошелек крутим для удобства. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, и заходить в раздел «Сообщество» на моем канале. Также советую заглянуть в мой Instagram, там публикуются эксклюзивные фото и видеоматериалы. Заходите и сами все посмотрите, все ссылки в описании. Затем берем синий цвет и делаем все то же самое, только уже с синим и голубым. После первого слоя цветы недостаточно яркие и просвечиваются, так что даем слою высохнуть и наносим еще два. И когда цветы нас устраивают, переходим к зелени, берем зеленый и желтый цвета. По тому же принципу на часть кисти набираем зеленый цвет, а на вторую часть желтый, и рисуем листочки. Их придется тоже нанести в несколько слоев с промежуточной просушкой. Если вы не хотите долго ждать, то можете воспользоваться феном, только направляйте потоки воздуха вдоль поверхности. В центры цветочков можно добавить немного желтого.
конце надо лишь покрыть поверхность лаком, чтобы цветочки служили долго. Вот такой кошелек у нас вышел. Он будет прекрасным подарком ручной работы. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и Инстаграм. Выкладывайте фото своих работ в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!